Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я вам хочу показать, ну тут у меня получается несколько посылок с сайта AliExpress. В основном это бижутерия, точнее все это бижутерия. И всего лишь одна позиция у меня, ну такое, относительно нужное для дома. Но очень хотела эту позицию заказать, очень ждала ее. Так что, кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Те, кто смотрит меня давно, знают, что я очень увлеклась, скажем так, парфюмерией и украшениями. Я не только там серебряные украшения с натуральными камнями или золотые украшения, но я рассматриваю различные украшения, в том числе и бижутерию. Вообще считаю, что бижутерию, чтобы носить бижутерию, чтобы ее красиво, грамотно, скажем так, вписать в свой образ, нужно иметь, конечно же, вкус. Сейчас говорю про крупную какую-то бижутерию, про крупную украшение. Не всегда у меня, скажем так, в голове складывается какая-то картинка, как это все выглядит, и я, ну, скажем так, только, наверное, в начале пути. Также я считаю, что крупные украшения, это не говорит о вашем возрасте, хотя, возможно, с возрастом начинают нравиться более крупные украшения, но я бы так не сказала. Я знаю молодых девушек, которые очень любят крупные украшения и носят их с огромным удовольствием. Просто я считаю, что их надо уметь сочетать. Конечно же, маленькие сережки с какими-то камушками подойдут подо все. А вот что касается бижутерии, здесь, конечно, нужно уметь это все как-то обыгрывать и тому подобное. Вот. Я в этом плане только учусь, поэтому AliExpress мне на самом деле в этом плане в помощь, потому что я могу заказать какие-то недорогие украшения, посмотреть, как они сочетаются, и потом уже найти, допустим, что-то подобное в более благородных металлах, можно так выразиться. Также хочу сказать по поводу украшений, на которые стоит проба 925-я. Я тут поизучала эту информацию и хочу поделиться с вами. Дело в том, что в Китае нет такой строгой системы апробирования, как у нас. То есть поставить вот это вот клеймо, да, что это 900, не клеймо, а вот эту пробу, 925-й пробы, в Китае могут и на изделия, на которых просто идет покрытие серебром, они тоже могут поставить пробу. А может быть и полностью изделия выполнены из серебра. Здесь, как говорится, получается, мы покупаем кота в мешке, потому что никто вам, соответственно, не даст никакие документы на это, никакие подтверждения того, что это действительно является серебро или это действительно являются какие-то натуральные камни. Есть, конечно, продавцы на AliExpress, которые какие-то даже предоставляют документы, но, в принципе, я считаю, что это покупаем кота в мешке, поэтому лично я отношусь к этим украшениям исключительно как к бижутерии. Вот. Но и давайте я вам сейчас уже все покажу, и все ссылочки, как всегда, оставлю вам внизу в инфобоксе. Включила дополнительное освещение, у нас что-то очень пасмурно. Значит, пришло мне все это в разных посылках, и буду говорить примерно, что за сколько времени ко мне пришло. Давайте покажу первое. Это я заказала вот такой набор палочек для суши. Вот так вот они выглядят вблизи. Пришел мне этот набор примерно за 3 недели. Примерно. Ну, плюс-минус там пару дней. Значит, они металлические, легкие. Я так понимаю, что внутри пустые. И вот это вот, это наклейка. Это наклейка, к сожалению. Я думала, что это как-то вот будет просто красиво. Но вот вы видите, даже видно стык склеенный. Даже если это потом все дело отклеится, в любом случае вот такие вот палочки у меня будут. Здесь вот сделаны вот такие вот насечки. 5 пар получается. Вот так вот они пришли упакованы просто вот в такую бумажку и были просто в таком пакете. Ну, в принципе, здесь ломаться особо нечему, но в руке держать их, кстати, очень удобно, очень приятно, они достаточно легкие. Ну, в общем, потом как-нибудь сделаем суши, обязательно попробуем. Ну и давайте я теперь приступлю к бижутерии. Пришло все вот в таком пакетике, внутри такая пупырчатая пленка. И еще это было вот завернуто в такую пупырчатую пленку, и каждое изделие было одето вот в такой пакетик, скажем так. И заказала я себе 2 брошки. Они безумно красивые. Вот это то, что, мне кажется, стоит как раз-таки приобрести на AliExpress.
В особенности мне понравилась вот эта ромашка. Очень сильно она мне понравилась. Девочки, посмотрите, как здорово все выполнено. Это бижутерия, это никакое там не серебро, ничего такое. Единственное, что есть вот такие вот пупырышки какие-то на лепесточках, но мне кажется, очень красиво выполнено. Здесь идет вот такая застежка, и это не просто застежка, вот эта штучка, ее нужно как бы крутить вот так полностью закрыто. Вы ее вот так поворачиваете, и можно уже, соответственно, брошку отстегнуть. Вот, и вот так вот закрыть, чтобы у вас никуда это не делать. Супер! Я, кстати, первый раз вижу, чтобы вот такая система была. Очень красивая брошь. Мне она прям безумно понравилась. Лето, я люблю ромашки. И вот такая вот красота, в принципе, достаточно большая. Вот у меня помещается на ладони. И вторая брошка у этого же продавца. Это вот такая вот стрекоза. Тоже очень красивая. Каких нареканий у меня нет. Здесь видно сделана эмаль, насколько я полагаю. Крылышки, да, у нее с обратной стороны выглядит вот так. И с обратной стороны вот таким образом. И здесь такая же система вот этого открывания. То есть, видите, вот поворачиваю вот так вот такой рычажок. И потом можно отстегнуть это, чтобы брошка никуда не делась, потому что брошки металлические, не пластмассовые. Я не скажу, что они супер тяжелые, но все-таки весят. Вот это-то совсем практически ничего не весит, а вот это за счет самой вот этой ромашки такая достаточно увесистое изделие, но мне очень они понравились. И следующее, это уже у меня идет бижутерия. И как раз-таки на ней стоит 925-я проба. Я не знаю, как насчет того, что это серебро или нет, но, как говорится, поносим, посмотрим. Очень похоже, конечно, на серебро. Вот здесь вот на ушке, вот здесь с другой стороны, наверное, не сфокусирует. Вот здесь вот стоит 925-я проба. Сделаны вот такие лепесточки на лето. Это вообще просто будут балдежные сережки, девочки, просто обалденные. Так вот они выглядят. С другой стороны, вот таким образом. Просто такие колечки. И на них вот такие лепестки. Очень красиво. Представляете, как летом все это будет вот так вот мерцать. И просто, наверное, на лето это будут мои одни из самых любимых сережек, конечно же. У меня много украшений, ну, не очень, наверное, много, но все-таки вот такие вот серьги. Они тоже пришли, были упакованы в пакете. Вот в такой тоже пакетик были. И здесь вот был пакет, тоже внутри пакетик с пупырышками. И это мне пришло все. Вот дальше все украшения пришли одной посылкой. И вот эти все украшения, они шли ко мне очень-очень долго, больше 5 недель. Я уже даже хотела открыть спор с продавцом, чтобы, ну, как бы, где посылка, непонятно, она не отслеживалась, ничего. В общем, в итоге все ко мне пришло, слава богу. Давайте следующее я вам покажу. Это вот такое вот кольцо я заказала, тоже побаловаться, посмотреть, скажем так, на котором тоже стоит проба. Вот она, видно, 925-я. Это идет, получается, разъемное кольцо. Достаточно крупное, но что-то оно мне, девочки, вот прям приглянулось. Тоже летом, мне кажется, будет очень красиво. Оно, соответственно, одевается на разные пальчики. Вот так вот оно смотрится. Ну, то есть это такое украшение с перчатками, конечно же, вы его не оденете, да? То есть оно достаточно объемное, при этом очень такое добротное, очень такое увесистое. Здесь вот эти штучки можно, соответственно, поджать, чтобы более плотно сидело. Вот на этом пальчике давайте покажу, на другом пальчике. Вот так вот на другом пальчике выглядит. Вот. Но мне очень понравилось, какому-то образу определенному, мне кажется, будет нереально красивое кольцо. И очень здорово сделано. Посмотрите, как с обратной стороны все это дело выглядит. Сделано, конечно, выше всяких похвал, что даже если это не серебро, то для бижутерии очень качественно сделано, прям нереально. Но я не знаю, я как-то вот сомневаюсь, если честно, что это серебро, хотя очень-очень даже похоже, но посмотрим. Следующее украшение, это уже более такие маленькие сережечки в виде сердечек вот таких вот. Кто-то меня ругал за такие украшения, что типа это детская какая-то история, вот эти все сережки. Ну, допустим, вот такое у меня детское настроение. Сережки тоже очень красивые. У них тоже стоит 925-я проба, где-то была тут на ушке. Вот тут вот стоит 925-я проба. Вот, и посмотрите, как внутри.
внутри все здорово сделано. То есть они сделаны очень классно, на мой взгляд. Вообще, то есть для даже бижутерии очень красиво они выглядят. Такие сережки. Все, конечно же, покажу на себе. Дальше давайте вот с этого браслета начнем. Заказала я браслет в комплект к шейному украшению. Вот такой вот симпатичненький браслет. Идет как бы он такой, как типа гнутый, да, с одной стороны вот так, с другой так. Вот это плетение вот так вот выглядит на ручке. Мне кажется, классная история. То есть его можно тут немножко поджать, да, так как вам нужно. И вот так вот он будет сидеть на руке. Вот, конечно, такой вариант браслета можно потерять. Я скажу сразу, то есть, когда здесь нет никакой застежки, то это дело можно потерять. Но я как-то вот аккуратно ношу украшения, стараюсь их все-таки не терять. И следующее украшение, которое пришло мне отдельно, цепочка и отдельно вот этот вот кулон. Кулон тоже в виде сердечка. Девочки, не ругайте меня за сердечки. Вот такое вот у меня настроение, скажем так. Здесь нет никаких камушков. Это просто так сделано. Видите, такие как пупырышки какие-то сделаны на самом сердечке. И кажется, что это здесь сделаны, ну, какие-то камушки, да, фианитики. Но нет, ничего такого нет. Вот этот кулон можно снять. И к нему идет вот такая цепочка. На кулоне нет, нигде я все обсмотрела. Нигде нет, что это 925-я проба, нигде не стоит. И вот здесь вот колечко, вот это, видите, оно разъемное такое. То есть можно его перевесить куда угодно, на какую-то другую цепочку или что-то в этом духе. С обратной стороны сделано вот так. Предыдущее украшение с обратной стороны сделано намного лучше, на мой взгляд. Вот, но само сердечко тоже мне понравилось, и мне нравятся вот такие цепочки, то есть они, видите, такие гнущиеся, реально такое, как плетение сделано, видите, внутри пустая, и здесь стоит 925-я проба на вот такой вот штучке, вот, ну, не знаю, посмотрим, насколько это 925-я проба. Вот, будет, что называется, видно. Так что вот такой вот у меня получился заказ. В особенности мне понравились вот эти брошки и вот эти серьги. Ну, кольцо это я, конечно, так уж побаловаться взяла, честно признаюсь. Ну что, девочки, я как этот, одела все и сразу. Не, на самом деле просто одела вам показать. Значит, вот так вот смотрится браслет. Браслет очень классный. Умные браслеты поджимаю и ношу, чтобы вот они плотно сидели у меня к коже, скажем так. Вот такая вот у меня получается вот такое кольцо. Посмотрите, какая красота. Просто нереальная красота, на мой взгляд. Очень мне понравилось. Надо будет мне какое-то крупное украшение, потом, может, санлайте где-нибудь заказать. Вот. Шейное украшение выглядит вот таким образом. На черный. Я специально, кстати, одела черную футболку. Черного бадлона у себя не нашла, чтобы вам показать, как смотрится. Вот так вот сердечко. Так, если убрать на теле, да. Вот, очень красиво. И вот серьги. Вот такие маленькие сердечки. Ну, даже непонятно, сердечки или шарики, что это такое, да, издалека вообще. Ну, очень красиво. Сейчас надену другие сережки. И вот смотрите, девочки, вот эти сережки. Вы посмотрите, какая красота. Как они мне понравились вообще. Представляете, вот такие сережки, видите, они такие блики. У меня сейчас освещение здесь специально включила. Вот, видите, такие блики дают. Очень классно. Представляете, в таких сережках где-нибудь вечером на пляже, на Майорке, да? Будет вообще красота просто. Главное, на Майорку поехать. Это очень красиво. Они нежные, они очень легкие. Вот эти тоже легкие сердечки. Кольцо, кстати, оно такое достаточно тяжелое. То есть оно ощутимо на пальчиках. Ну, такое вот, знаете, вот это кольцо хорошо, когда у вас какой-то определенный, например, там вечерний образ, или когда вы идете на какое-то мероприятие, да, и вот такое акцентное кольцо можно одеть. Ну, на каждодневную носку, конечно, нет, и оно такое тяжеленькое, то есть оно пытается, ну, если поджать только его побольше, да, оно пытается, но кольцо тоже очень красиво, смотрите. И вот эта брошь, посмотрите, какая прелесть. Я сейчас прикалывать уже не буду. Вы посмотрите, да, на каком-то темном фоне, даже если на светлом, да, смотрите, какая прелесть. Вот это тяжеленькая брошка, поэтому, наверное, сделана такая защелка, чтобы она у вас не слетела и не потерялась, да. А давайте я приложу
стрекоза уже такая менее броская, скажем так. Ну, какое-то пальто или жакет или что-то такое, мне кажется, будет отлично. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Я, конечно, сейчас все сразу одела. Красота прям неописуемая. Вот, я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и, самое главное, интересным. Все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Оставляйте свои комментарии, ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.